Зарплата работников бюджетной сферы за последние 9 месяцев существенно выросла. Такие итоги подвели на заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По данным регионального Минздрава, средний заработок врачей с учетом всех соцпрограмм и доплат составляет чуть больше 36 тысяч рублей. Правда, младший медперсонал лечебных учреждений получает лишь 13, но над этим будут работать. Что касается социальных работников, их ежемесячный доход составляет порядка 15 тысяч рублей. Также выросла оплата труда работников культуры. Сейчас она составляет в год в учреждениях 23 тысячи, а в муниципальных 19. Средняя зарплата учителей в Самарской области 26 тысяч рублей. Цифры, которые мы с вами сегодня услышали, они вполне достойны. И ту задачу, которую президент поставил в мае своими указами, они выполняются. Как бы сложно не было. Сегодня инфляция перевалила уже по области за 9%. Рост цен по отдельным видам особенно опять зашкаливает.